Приветствую тебя на канале Just Fun. Помни, что здесь ты найдешь самые интересные истории со всего мира. Так что подписывайся, если ты еще не с нами, и жми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Природа любой страны уникальна, и каждая страна прекрасна по-своему. Достаточно просто выехать из города, чтобы увидеть самые красивые и интересные чудеса природы, которые могут сделать ваше путешествие еще увлекательнее. В Новой Зеландии главное сокровище, привлекающее туристов, это пляжи с самыми красивыми пейзажами в мире. Природа этой страны позволяет увидеть невероятные пляжи с кристально чистыми голубыми водами, как на Карибах, в окружении каменных гор и лесов. Эти пейзажи как будто сошли со страниц сказок. На юге Новой Зеландии, в 7 километрах от города Данидин, ты сможешь найти интересную дорогу, которая идет параллельно побережью, и увидеть невероятный мистический пейзаж. Фредерик, герой нашей истории, шел по этой дороге все дальше и дальше. Далее со слов нашего героя. «В своем путешествии по этому пути я случайно наткнулся на темный туннель. У входа не было никаких указателей, и я спросил себя, что же может находиться на той стороне. Не раздумывая ни секунды, я вошел внутрь туннеля. Там было очень темно, дорога была узкая и неудобная, но вдали я видел просвет и двигался дальше. Когда я вышел к концу прохода, я натолкнулся на заграждение и не мог поверить своим глазам. Я увидел пляж с белоснежным песком, окруженный огромными камнями высотой 15 метров. Это было невероятно. Природа была удивительна. Вдали в море также виднелись скалы. Звук волн потрясал воображение. Вскоре я узнал, что один из местных лидеров соорудил этот туннель в 19 веке, чтобы его семья могла отдыхать на этом пляже. Сейчас это общественное место, и любой может полюбоваться этим прекрасным пляжем, окруженным гигантскими скалами. Я провел там несколько часов, просто отдыхая и наслаждаясь природой. Фредерик поделился этой историей в своем блоге. Новая Зеландия привлекает сотни тысяч туристов каждый год. Если тебе придется побывать в этой невероятно красивой стране, не ограничивайся только городом, иначе пропустишь самое интересное. Только выехав за его пределы, ты сможешь увидеть настоящую потрясающую природу страны. Помни, жизнь всего одна, нельзя упускать ни одного шанса узнать что-то новое. Надеюсь, это видео тебе понравилось. Если это так, то жми лайк и поделиться. До скорого!